Белый яр, жемчужина Волжского моря. Но это ведь не просто курорт сегодняшний. Это место с богатой историей. Так, при царе Алексее здесь была построена Камская засечная черта. И главную роль отводилась как раз Белому яру. Мало было взять Казань. Надо было волжские земли еще и удержать. Во времена наших царей. Так вот, во времена царя Алексея одним из элементов обороны, которая должна была спасти страну от большого количества кочевников, которые с юга приходили, в первую очередь с Крыма, была Камская засечная черта, которая себя представляла огромное количество различных сооружений. В первую очередь это леса, которые были посажены для того, чтобы конница врага не могла пройти, рвы. В некоторых местах рвы были еще укреплены кольями острыми. Так вот, леса, которые были высажены либо использовались из действующих, в них запрещалось вообще проводить какое-то хозяйственное деятельство, даже заходить для того, чтобы эти деревья не были уничтожены. Проходить через эти леса можно было только по специальным тропинкам, которые охранялись. Слава богу, Камская засечная черта нашей стране хоть и была построена, но не пригодилась, потому что страна очень быстро стала развиваться, уходить туда дальше, на юг, к границам Ирана, Персии, Турции. Но до сих пор еще мы видим в виде рвов, в виде лесов, она сохранилась на территории Брянской области, в Чудаклинском районе, практически через весь Чудаклинский район проходит.